студенты. С этим росчерком черного по белому документально утверждено: железом по льду узоры рисовать хоккеистам. В январе следующего года в Татарстан на неделю приедут мастера этого спорта. Звезды КХЛ, молодые дарования и самые-самые из женской лиги. Чтобы собрать такую хоккейную плеяду, Татарстан опередил своей конкурсной заявкой Омск, Магнитогорск и Хельсинки. Мы очень благодарны Республике Татарстан и лично президенту Рустаму Нургалиевичу Миниханову за то, что они действительно приложили все усилия, чтобы в этом конкурсе победить. Я подчеркиваю, что это неделя звезд хоккея, которая пройдет в Республике Татарстан. То есть впервые неделя звезд будет проводиться не в формате одного города. Звездная неделя по-татарстански охватит три главных хоккейных города республики. 12 и 13 января в Нижнекамске сыграют дамы женской хоккейной лиги и встретятся участники молодежного Кубка вызова. Затем на три дня действие переместится в Альметьевск. Здесь устроят спортивно-массовые шоу для болельщиков. Казань же ждет звездный уикенд, мастер-шоу и матч лучших хоккеистов КХЛ. Мы с большими ожиданиями ждем, и это будет прекрасный праздник. Мы сделаем все, чтобы дальше нашим коллегам было сложно этот уровень держать. Эта хоккейная афиша еще не полная. К звездной неделе в Татарстане хотят придумать еще ряд событий. Как пообещали, сюрпризов для любителей хоккея будет предостаточно. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.